Уникальность в том, что образами Бог говорит. Уникальность в том, что образами человек воспринимает информацию. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророк. Бог много давал образов. И Бог говорил образами, чтобы человек мог понять, мог истолковать и мог определить то, что Бог хочет показать. Смотрите, Иисус, Он тоже образно говорил, притчами говорил. Говорил на понятном языке. Он говорил такие вещи. Царство Божье подобно зерну горчичному. Царство Божье подобно сокровищу. И опять образы понятные. На понятном языке Иисус объясняет Царство Божье.